Всем привет, друзья! В общем, необходимые доработки на травматическом пистолете АМР-79-9ТМ в калибре 9 ПА. Штатную втулку удаляем, снимаем и выбрасываем ее далеко и надолго, и забываем о ней насовсем. Дальше заказываем нормальные втулки и вещи, которые будут служить верой и правдой на пистолете, и тоже забываем. По вдавленностям, кто на что гораст. В моем случае я сверху запаял оловом, внизу немножечко под две вдавленности добавил холодной сварочки. Я думаю, что это все вылетит у меня, но надеюсь, что не вылетит. Втулочка будет это дело все у меня держать, ее я, наверное, посажу на эпоксидный клей и все. И будет чики-бомбони.